Добрый вечер, дорогие друзья. Все те, кто знает и любит, что по четвергам сайт Mozon.ru и компания «Все для музыкантов» приглашает всех к нам в салон и на наш сайт для того, чтобы встретиться с очередным интересным и талантливым гостем. Может быть, не только исполнителем, может быть, и целой даже командой, коллективом. Буквально несколько слов для тех, кто оказался у нас впервые на нашем сайте или в нашем зале. Я расскажу о традициях проведения наших онлайн-концертов, онлайн-трансляций. Дело в том, что вот уже в ноябре исполнилось год, как мы эту традицию сохраняем. Сначала она у нас была такая пятничная. Сейчас мы поняли, что четверг более подходящий, более удобный день для того, чтобы люди смогли оставить какие-то домашние заботы и быть у нас в зале. Значит, концерты наши проходят не в обычном, таком привычном варианте. Это не просто концерт, это больше, может быть, квартирник или больше такие вот похожие посиделки на кухне, когда мы не только слушаем всех тех, кто у нас в гостях, но и задаем им вопросы, то есть общаемся, узнаем какие-то тайны творческой или личной жизни. Для этого есть специальный микрофон в зале. Вы всегда можете, подняв руку, задать вопрос. А для тех, кто в виртуальном пространстве, на нашем сайте Mozon.ru, на главной странице под окошечком трансляции, есть небольшой чат, где можно пройти небольшую регистрацию, задать свои вопросы, может быть, передать какой-то привет, потому что географически нас могут смотреть в любой точке мира. Есть еще такой привычный способ отправить смс-вопрос или смс-привет на номер 8-952-031-26-32. Еще раз повторю. 8-952-031-26-32. Можно и таким способом воспользоваться, пообщаться с нашим сегодняшним гостем. Ну, говорить можно долго. Я так понимаю, что мы все здесь собрались, чтобы еще и послушать хорошую, качественную музыку. И поэтому я бы хотел прямо сейчас пригласить на эту сцену нашего гостя. А сегодня у нас в гостях молодой, талантливый, виртуозный гитарист, которого зовут так, ну что-то, по-моему, не совсем по сценарию. Вряд ли это Данис. Вы кто? Здравствуйте. Пора уже запомнить вообще-то. Пора уже запомнить, дед. Кто она? Снегурочка! Ты Снегурочка. А я Дед Мороз. Все просто. Ну что ж, под Новый год случаются чудеса, и этот незапланированный дуэт, я думаю, что пришел не случайно и не с пустыми руками. С пустыми никогда не приходим. Ну тогда объясните, чем же, собственно, вызвана вот эта вот такая неожиданность? Все как-то все наоборот, Снегурочка какая-то вообще рыжая. Дед Мороз. Что? Оранжевая. Дед Оранжевая. Мороз нетрезвый. Ну, совсем так. Это восьмая как-то. Ну ладно, раскроем карты. На самом деле появление этих двух неожиданностей на нашей сцене вызвано тем, что на Retro FM буквально совсем недавно проходил конкурс «Новый год наоборот». И поэтому мы решили, что вот надо начать предновогодний концерт немножечко нетрадиционно. Я вместо своей фирменной музоновской футболки сегодня в костюме, и вот эти вот чудеса тоже как-то немного перепутались слегка. Поэтому мы сейчас приглашаем на нашу сцену все те, кто участвовал в конкурсе «Новый год наоборот», для того, чтобы одарить памятными талисманами, которые в новом году обязательно принесут удачу. Поднимайтесь из своих кресел и проходите к нам на сцену. Думаю, что Дедушка Мороз, слегка нетрезвый. Пожалуйста. Так не запнись. Так. Аккуратней. Аккуратней. А как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, а вы сможете вспомнить ту мелодию, которую вам удалось разгадать? Потому что, наверное, не каждому это вот удалось, наверное.
Что это было? Мы вот сейчас тоже с подругой об этом говорили. Это была Жанна Агузарова. Песня «Снег идет», по-моему. Очень новогодний, так сказать, репертуарчик. Спасибо большое, что пришли. Дедушка Мороз, ты уж тогда сиди, раз мало понимаешь. Снегурочка. Все, сиди там. Жрется пить. Вручай наши талисманы, и мы начнем уже наше предновогоднее шоу. Что у вас там? Это у меня. Ой. За игрушка. Так, это мне? Нет, это, наверное, тому человечку держите. Открывать в новогоднюю ночь, потому что может взорваться. Давай, смелей, держите. Это не совсем традиционные люди, которые понимают, что у нас на носу год тигра, ожидают, что там будет что-то полосатое, тигристое, оранжевое. У нас все не так, как у нормальных людей. Но я думаю, что все те, кто сегодня у нас на нашей сцене, дружны и с пониманием относятся к любой музыке. Поэтому с наступающим Новым годом, спасибо, что вы пришли. С удовольствием будем видеть, рады вас в нашем зале. Сейчас и в любой четверг. Давайте поаплодируем нашим победителям. Ну что, пора начинать. Спасибо огромное. Спасибо. Значит, сцена наша подготовлена, вопросы уже заготовлены в виртуальной части и в реальном вставай. Зале. Дед, вставай, давай уже, пойдем. Стой, только не падай. Держись. Я думаю, поаплодируем нашей парочке на вращание. Ну что ж, а теперь я действительно готов пригласить на эту сцену нашего сегодняшнего гостя. Встречайте, Денис Щербаков. Thank you.
Денис Щербаков. Ну что, немножко пообщаемся? Значит, вот уже микрофончик. Значит, добрый вечер. Вот этого молодого человека зовут Николай, микрофончик у него, поэтому просто руку подняв. Подняв ручку, можно задать вопросы, вот микрофон. Ну что ж, давай я начну для начала, для того, чтобы раскочегарить тебя и нашего сегодняшнего зрителя, чего-нибудь такое спрашивать. Ну, мы с тобой репетировали очень долго, утром встречались, даже в прямом эфире, я чего-то тут рассказывал, анонсируя наш концерт. Ну, давай я спрошу то, чего вряд ли многие знают, присутствующие здесь в зале, а где это Кизнери? Это да. Между Замбези и Кении. Кизнер, на самом деле, это Удмуртия, это мой родной край, поселок. Не доезжая, я как бы сказал, что все поняли, это Вятские поляны, Ижевск, вот такие точки. Вот между ними находится город Кизнер. Где, собственно... Город-герой. Город-герой, потому что там родился Денис Щербаков. Вот. Ну, на самом деле, город мало чем особенно примечательный до того момента, пока ты там не появился, видимо. Вот. Я хочу еще открыть маленькую такую завесу, ну, тайну, может быть. Вот. Обычно гитарный возраст у нормального человека это где-то, ну, наверное, 13, 14, ну, может быть, 15 лет. Вот. Я знаю секретную информацию, которую... Ну, раскрою, наверное, и Денис не обидится на меня. Вот у Дениса гитарный возраст немножко позже начался. 65. Но это было в 17 лет. Расскажи, почему же ты так вот до этого, что ли, как совсем не интересовался? Нет, зачем? Я играл на гитаре, как... Первый блатной. Голуби летят над нашими. Второй блатной тогда. До второго блатного даже. Серьезно? Первый блатной. Все. Вот так вот. Понятно. Ну, то есть, на самом деле, я, выходит, что немножко соврал. То есть, по-серьезному занялся заниматься вот на этом инструменте в 17 лет, когда уже приехал в Ижевск. Обучение началось у моего преподавателя в 17 лет, да. Я, конечно, что-то уже... играл, ну... Ну, то есть уже звук... не один уже блатной аккорд знал. Да. 5 знал. Ясно. А как же стрельнула такая вот неожиданная мысль? То есть ты из семьи потомственных музыкантов, может быть? Ну, не потомственных. Мама моя бухгалтер. А папа действительно еще тот лабух. Серьезно? Весь репертуар Антона он поет. Серьезно? Поет и при этом сам себе аккомпанирует? Или... Да. Папа такой мульти... Он немножко играет на том и на сём. Понятно. Да, и когда он мне... Пока он, правда, учитель из него никудышный, но всё-таки пинка волшебного он мне давал для того, чтобы я знал, как нужно. То есть он говорил, посмотри, вот как он, посмотри, как он. И когда он мне показывал что-то такое, я со слезами просил, ну покажи, научи. Бесполезно. Понятно. То есть он тебе просто в одно прекрасное время дал ту, так сказать, да. Пинок был хороший. До сих пор это все. Денис, а почему Ижевск? Потому что как бы это тоже Ижевск, Удмуртия. Ижевск, любимый сын Урала. Вот Ижевск, так. Потому что он поближе к городу-герою. Находится. Ты знаешь, у меня ощущение, что он как раз вот как бы вот на серединке твой городочек-то между Казанью и Ижевском. Это у вас ощущения такие, а на самом деле. Все понятно. Ну, видимо, просто Ижевск. Реально ближе находится. Ижевск роднее, потому что он Ижевск. Хорошо, давай, рассказывай дальше. Ты приехал в эту столицу, Удмуртии, и чего? И тут, как мой преподаватель говорит, был настоящий Строевич со стороны его. Я думаю, что я уже играю на гитаре. Классно. Просто когда он мне показал, это было что-то. Слушай, а может быть озвучим все-таки, как зовут твоего педагога, который может быть... Да, я с удовольствием. Путем это мой друг уже теперь, мой брат, мы с ним уже столько соли съели. Это мой любимый человек, Вадим Ревич Шамаев. Давайте поаплодируем. Этому генератору, который тоже в своем смысле дал другой пинок.
Ну, может быть, не ногой, а где-то, может быть, руками. Он другой, другой ногой просто. Вот так, да? У меня папа левша, он правша. Все понятно. Ну, и здесь, наверное, стоит заострить внимание на том, что...